Похоже, что скорость «Шевроле» была достаточно высокой. Остановиться машина смогла, лишь протаранив стоявший на парковке «Рено», вся задняя часть которого оказалась полностью разбитой. Хозяин поврежденной машины удивился, узнав о том, что его автомобиль попал в ДТП, находясь на охраняемой парковке. Конечно, удивились, но мужчина, который управлял этой машиной, был пьян, выскочил, вылетел на тротуар, снес забор. Секция поврежденного забора упала на стоявшую рядом 14-ю. У машины оказалась помятая крыша, капот и одна из дверей. Предполагаемый виновник аварии не только отказался проходить тест на алкоголь, но даже не ощущал своей ответственности за произошедшее. Сказал, что сами оплачиваются. Вот даже так? Да. На каком-таком основании? Ему, видимо, виднее. Вероятнее всего, водитель «Шевроле» лишится прав, несмотря на все его претензии к действиям полицейских. После оценки ущерба, а тут он, по всей видимости, немалый, хозяева разбитых машин намерены обратиться в суд за компенсацией вреда, нанесенного их имуществу. Максим Голубцов, Искандер Таубаев, Сергей Ткаленко. Новости Татарстана. 25 лет в эфире. С вами и для вас.